Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я приехала тут в торговый центр в поисках подарков. Может быть, все-таки подберу себе какое-то платье, еще хочу купить новую тушь, зайти в Литуаль. В общем, много планов, но для начала я пойду поем. Девочки, во-первых, я голодная, с утра ничего не ела, только позавтракала и все. Вот, и, кстати, очень многие жалуются на погоду, что в этом году зима не зима, потому что много в каких городах, я так понимаю, в этом году нет снега. Ну, для Питера, мне кажется, вот это вообще норма. Ну, то есть, мне кажется, те, кто живут в Питере, они вообще уже не жалуются. Ну, как бы смысл. Для нас, как бы, вообще, ну, нормально, погода, что, декабрь. Подумаешь, дождь идет. Ну, как бы и ладно, что. Что у нас снега нет тоже, у нас вообще сегодня пасмурно целый день, более того, что пасмурно, еще так сыро, очень сыро и ветрено, так что да, вот. Но это не отменяет новогоднего настроения, и, в общем, пошла я, возьму вас с собой. Погуляв по торговому центру, я, конечно же, зашла покушать, заказала себе лапшу удон, или как-то так она называется, с говядиной. Порция, конечно, просто огроменная, на мой взгляд, вообще, я ее, конечно, не доела. И кофе из KFC, как всегда, капучино только маленький. И вот такой вот вид в этом кафе на аквапарк, что-то мне очень захотелось в него пойти, но я знаю 100%, что он только в будние дни столько людей. На самом деле обычно там просто толпа народу, просто не протолкнуться в нашем аквапарке. Ну, возможно, как-нибудь в будний день мы туда и сходим. Единственное, что одна с детками, я обычно не решаюсь туда ходить, потому что, ну, как-то я побаиваюсь, все-таки они у меня не настолько большие, не настолько хорошо умеют плавать, чтобы я могла пойти с ними одна. Ну и потом нелегкая завела меня в магазин Хофф, девочки, лучше бы я туда не заходила. Реально зашла, ну, как бы просто присмотреться, посмотреть, осмотреться и все в этом духе, в этом торговом центре. Это торговый центр Питерленд. И просто огромнейший этот магазин Хофф, настолько большой, что я вообще, я там просто заблудилась, можно сказать. И, девочки, это же просто столько всякой красоты, я не могу.
Впервые я в магазине Хофф изобрела в отдел товары для дома, где огромное количество посуды, я не знаю, всяких ложек, поварежек, сервизов, столовых. Столько всего красивого, я реально хотела купить себе абсолютно все, что там есть, и просто не могла расстаться с этим отделом. Столько там всего интересного и красивого. Thank you.
Ну что, девочки, приехала я домой. Подарки не купила вообще никакие. Я так зависла в этом магазине Хофф. Я не знаю, как теперь жить-то вообще. Я вообще знала, что есть магазин Хофф, и это магазин мебели. Кстати, у меня какая-то даже, по-моему, мебель куплена в этом магазине, не только вот не помню какая. Что там столько всего красивого, столько посуды, столько... Это же обалдеть можно. А вот этот лимонный сервиз, да, который вы видели, сейчас еще раз ставлю этот кусочек. Это же обалдеть какой-то. Я не знаю, я хочу этот лимонный сервиз, ну, лимонного цвета, это я его так назвала. Вообще... Просто, конечно, цены там, да, не очень, но там столько всего интересного, столько всего. Я бы купила весь магазин, но я все-таки кое-что купила. Во-первых, я там присмотрела сковородку, ну, не знаю, надо мне такая сковородка или нет. В общем, я еще раз туда поеду, как вы уже поняли, девочки. Я купила вот эти чашки. Представляете, 500 рублей, 499 рублей. Получается один набор из двух чашек. Девочки, если у вас есть этот магазин, прям бегите, покупайте. Серьезно. Потому что вот эти чашки, я одну такую кружку видела на Озоне, по-моему. 800 рублей она была со скидкой. Посмотрите, какая прелесть. Я купила два таких набора. Один вообще я думала подарить. Ну, не знаю, сейчас пока ехала, думаю, я не буду никому дарить, я хочу себе их. Я так давно хотела эти кружки, вы себе не представляете. Посмотрите, какая. Какая милота, девочки. Там еще есть такая же, только побольше, и с сердечком внутри. Тоже 500, по-моему, рублей стоит. Но одна 500 рублей, а здесь две. Девочки, у меня как-то совсем не новогодний влог, но это же, смотрите, какая. Какая прелесть, девочки. Кстати, чай отсюда пить. Это же вообще... Ой, я вообще, я обалдею. Еще там вот эти чайнички. Я, помните, давно говорила, хотела такой прозрачный чайник. Там много всяких классных, но они маленькие по размеру. Я бы хотела такой большой, чтобы мне на всю семью. Боже, девочки, я хочу этот лимонный сервиз. Я не знаю, что теперь делать. Надо Деду Морозу говорить, чтобы он мне лимонный сервиз. Хотя, на самом деле, я из тех людей, кто не любит, когда на какие-то праздники лично мне дарят подарки из бытовой химии, ну, из каких-то бытовых таких, то есть посуду, там, сковородки, кастрюль. Я это вообще терпеть не могу. Но лимонный сервиз, это же вообще... Это же... Нет, это ж надо вообще, такая красота. В общем, не знаю. Может, завтра сгонять, купить еще на подарок, а себе оставить 4. Я не знаю. Девочки. У них, кстати, по-моему, есть интернет-магазин. Это не реклама этого магазина. Я действительно вот чисто случайно туда попала. Посмотрите, какая милота. Просто ужас какой-то. Ой. В общем, поиски подарков у меня продолжаются. Уже поеду, наверное, завтра. Я не знаю. Напишите мне, пожалуйста, что мне делать. Вернуться купить еще, пока они по скидкам. На подарок, да? Я просто подумала, что на подарок вот такое, да, получить вот такие кружечки. Вообще круто. Две кружечки, да? Кому-нибудь. У меня есть одна девочка, которой бы я бы хотела вот это подарить. Слушайте, ну вообще. Вообще. Я не могу. Хочу лимонный сервиз. Вообще не могу. Хотя вы видели, сколько там посуды много красивой. Вообще я просто обалдела. Вообще хочу сделать ремонт. Хочу поменять всю посуду. Хочу поменять всю мебель. Бедный мой муж. Остановите меня, девочки. Ой, в общем, кошмар. Ну ладно, на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравился такой шопинг-влог. Он был для вас полезен и интересен. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч.